И еще одна авария произошла в Рыбнинской области. Там пьяный депутат сбил велосипедиста возле села Александрия. По информации местных журналистов, за рулем внедорожника на Евробляхах был 35-летний избранник из Сарнинского райсовета Петр Зимбицкий. Мужчина, которого сбил депутат, ехал с работы, он погиб на месте. Уровень алкоголя в крови Зимбицкого почти в 6 раз превышал допустимую норму. Полиция начала уголовное производство, но депутата не задержали. Говорят, нет доказательств, что велосипедиста сбил именно он. Назначены экспертизы, по результатам которых прокуратура и будет решать, объявлять ли ему о подозрении или нет. Поліцейські освідчили водія на стан алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав результат 1,27 проміле. За цим фактом у поліції розпочали досудове розслідування порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.